Всем привет, с вами Комаров Виталий. Мне опять пришла посылочка. На этот раз я не знаю, что это такое. Ей-богу, по трек-номер просто появился у меня откуда-то и все. Что это такое? Может быть, как-то это рекламка какая-то или что-то. Может быть, просто что-то ошиблись. Ни по цене, ни по обратному адресу я ничего толком не нашел. Ну что ж, смотрим, что это за чудо такое. Ошиблись мне или подарок мне, я не знаю. Или, может быть, то, что я заказывал. Вполне может быть. Да, лучше так. Отрезали. Достаем. Надеюсь, не бомба. Не бомба, нет ничего. Во. Да, и пришло 2 кроны. Который я заказывал. Нормально. Вот. Как вот они так умудряются присылать? Это 2 кроны, которые я заказывал. Зарядные кроны. Они заряжаются. Их можно вставлять в какое-то оборудование. Вот так вот они выглядят. Но дело в том, что когда я пошел получать, я не знал, что это такое. Вот теперь, когда я распаковал, я понял, что это такое. Вот они мне прислали. Трек-номер вообще вылетел на эту штуку левый. Похоже, я заказывал их из России. Сколько они оценены? Они 173 рубля. Вот такие кроны в такой коробочке приходят. На зарядку мы их попробуем. Интересно, сейчас они заряжены, нет? Так, стартай. Иди ко мне. Вот такой вот старенький тестер есть. Поставим вольтаж. Постоянный вольтаж. Тестер у меня, конечно, старенький. Навряд ли что-то у него будет правильно. Но все же. Так, минус 7 показывает. Так, полярность не та. На мой тестер надежи нет. Ну, пришли они заряженные 7 вольт. Посмотрим, как они будут в работе. 650 миллиампер. Они это довольно-таки немного для серьезного оборудования, но для тестеров это, например, должно хорошо пойти. Вот так вот Китай у нас высылает посылочки. Раз тебе и чудо приходит. Ты думаешь, тебе халява? Нет. Тебе то, что ты заказывал. Заказывал я 2 штуки. Ссылочка на эти кроны будет у меня в описании видео. Спасибо. До новых встреч. Не забывайте подписаться. Ставьте лайк под видео, кому понравилось. Все, покедово.